Всем привет! Сегодня 1 июня 2014 года. Первый день лета. Открыли лето! Мы открыли лето. Сейчас находимся в Барселоне. На самом втором по величине корабле в мире. Liberty of the Sea. Плывем по Средиземному морю. И паримся вот в таком джакузи. Вода, наверное, градусов 40-45. Кипяток реальный. Вот. Вот так вот выглядит сам корабль. Национальности всего мира здесь. Вон уже море Средиземное. Все реально в жизни. Главное поставить цели, найти правильное направление в жизни. И действовать, зарабатывать деньги, путешествовать, отдыхать и чувствовать себя действительно человеком. Благодаря Богу и возможности, которые есть на сегодняшний день, может измениться и ваша жизнь. Поэтому я советую вам разобраться, не пожалеть 30 минут, посмотреть информацию, принять для себя решение. Всего вам доброго, хорошего, приятных вам выходных и летних отпусков. Витя, прыгай с телефона.